Итак, доброе утро, мои родные. Сегодня мы с вами приготовим на обед рыбку. У меня вот такая рыбка. Называется она толстый лоб. Охлажденное филе. Здесь у нас 374 грамма. Вот такой кусочек. Вчера ходила в Kaufland. Купила. Открываем. Вот такое вот красивое филе. Это будет у нас на две порции. Вот так будет пополам. Мы его моем, подсушиваем. И я вам покажу, как мы его будем запекать. Так, вот наша рыбка. Мы уже ее помыли, подсушили, и мы ее будем запекать вот в таком противне. Я послала вниз слой вот такого фолио алюминиевого в два слоя, вот, чтобы у нас меньше работы потом все это вымывать. Так, на дно мы это польем оливковым маслом немножко. У меня вот такое вот первого высшего качества. Чуть-чуть на донышко. Вот так. Так. Это у нас есть. Затем мы так вот распределим лимончик. Рыба любит лимончик. Вот так. Так. Рыбку мы эту разрежем пополам, чтобы было два кусочка. Рыбка это очень такая мягкая, нежная. Рыба вообще готовится очень быстро. Вот. И оно вот такое филе. Вот видите, у него почти нет костей. Вот здесь вот есть большие центральные, но они уже убраны. Что мы делаем? Мы эту рыбку солим. Соль у меня морская, крупная. Вот так солим с двух сторон. Толстолоб это рыба речная, достаточно крупная. Вот. Так. С обоих сторон мы солим, перчим. У меня есть смесь несколько видов здесь. И розовый, и белый, и черный перец. Это такая у меня мельничка. Она достаточно крупно мелит. Так. И вот так вот вылаживаем поверх лимончиков. Вот так. Так. Укладываем поверх лимончиков. Можно сюда добавить розмарину. Немножко, кусочек. Рыбка, она любит розмарин. Черный перчик я добавлю чуть-чуть больше. Так. И немножко соли еще. Так вот посолим. Так. Это есть. Сверху мы добавим еще один слой лимона. Лимоны у меня тонкокорые. Тоже из магазина
Kaufland. Вчера ходила, скупилась. Рыбку я люблю. Вот так как у нас город морской, на берегу Черного моря. И вот так сверху его вот так выкладываем. Нашу рыбку. Так. И оставляем в духовочке на 180 градусов. Минут 20, не больше. Она подрумянится. Она такая у нее получится корочка. На гарнир можно сделать салатик. Так, сверху еще немножко маслицем. На гарнир можно сделать салатик. Или, например, запеченный картофель. Вот сюда можно. Вот. И вот так в духовочку на 180 градусов 20 минут. Все, мои родные. Пока выключаемся. И потом я вам покажу. Это очень вкусно, очень просто и очень полезно. Так, мои родные, наша рыбка запеклась. Вот так она выглядит аппетитно. Вот два кусочка. Пеклась она 20 минут. В духовочке сверху и снизу. Салат у нас будет из корнеплодов. Вот такая вот у меня редька розовая. Она внутри белая. Я ее вот так вот посолила. Добавлю немножечко майонезика. И вот такой у меня будет салат. Я думаю, к рыбке можно сметанку добавить. Этот редис, он не очень острый. Вот такой вот. И вот такой вот у нас будет обед. Рыбка эта очень быстро готовится. Так что делайте вот так вот со мной. Готовьте хотя бы раз в неделю рыбное меню. Вот так. Рыбка она вкусная, полезная. Готовится очень легко. Это в духовочке. Она сама всю духовочку запекает. С лимончиком. Рыбка любит лимончик. Лимончик всегда это свежесть, это вкус, это немножко такой вот витаминки. И вот так, мои родные, вот это будет наш обед. Так, ну все, мои родные, подписываемся на канал, ставим мне лайки, поделимся этим видео с друзьями, комментируем в комментариях и ждем новых видео. Все, всем пока!